Субъектам МСБ, пострадавшим во время январских событий, в полном объеме возмещен ущерб. Сумма составила 16 миллиардов 700 миллионов тенге. Еще 31 миллиард 100 миллионов тенге выделило государство на восстановление 42 разрушенных зданий. На 37 объектах работы полностью завершены. До конца января отремонтируют акимат Жетысуйской области. В Алматы реставрация завершится во втором квартале текущего года. В марте там же, в мегаполисе, сдадут Центр правовой статистики и информации Генеральной прокуратуры. Резиденцию президента восстанавливать не будут. По телерадиокомплексу принято решение о сносе. До конца года завершится строительство нового здания. На эти цели выделят дополнительные средства. Что касается коммерческих объектов, всего пострадало 356 коммерческих объектов. Все они на сегодняшний день восстановлены. 1789 субъектов предпринимательства подали заявки на прямое возмещение ущерба. В полном объеме он им возмещен в размере 16 миллиардов 700 миллионов тенге по всем объектам малого и среднего бизнеса.